Всем привет, с вами Спектр, и сегодня я расскажу, куда делась искра на восходе 3М. В общем, предыстория такова. Я катался, ездил в лесу, потом поехал просто в сторону дома. До дома мне не хватило буквально доехать 2 километра, как он просто у меня заглох. По какой причине, я изначально не понял. Начал тыркать, пытаться его завести из толкача и из ножки, но безрезультатно все это дело было. И я его покатил домой. Прикатив домой, сняв свечной колпачок, засунул палец, по-простому наши отцы проверяли, есть искра или нет. Снимаешь свечной колпачок, суешь на свой палец, главное не 21-й, и начинаешь дергать кик. Если в палец ударяет, тебя током колбасит, значит все чики-бомбони. Но, проделая эту я процедуру, меня током не било, соответственно искры нет, и дело было не в свече. Дальше, найдя в гараже мультиметр, как правильно напишите в комментариях, я стал прозванивать катушку зажигания. Видео у меня это есть, посмотрите в моих альбомах. Стал прозванивать, в итоге сопротивление на катушке было, а значит дело тоже не в ней. Дальше перешли плавно к коммутатору. Коммутатор я не прозванивал, так как многие говорят, что коммутатор якобы не прозванивается, но, на мой взгляд, его прозвонить можно тем же мультиком, мультиметром, вы поняли. И я приобрел новый. Это у меня старый, но он тоже рабочий, по своей глупости я купил новый, но пускай их будет 2, лишний раз в магазин я не поеду. Так что, и этот у меня рабочий, прям родной его, как он с конвейера сошел, так я его и поставил. Этот поставили, я поставил новый. Все логично, все меня охуенно поняли. В общем, дело оказалось не в коммутаторе, ебать его в рот. Дальше, стал прозванивать проводку. Прозвонил. Все прозванивается, все рабочее. Не в ней, блядь, дело, нахуй. Не в ней. Тут у меня уже волосы стали становиться дыбом. Дальше есть еще какой лайфхак. Если какие-то провода битые, либо коротят, не знаю, как еще может быть, можно отключить, удостовериться, что, к примеру, даже дело не в замке зажигания, вытащить из приборки эту фишку. И цепь получается становится короче, и можно проверить, что есть исправность в замке или нет. И, в общем, не в замке оказалось это дело. Дальше переходим к сердцу мотора, это к его генератору. Так как без генератора хрен вы куда поедете. В общем, генератор у нас состоит из 2 частей. Это из самого магнита. Он, конечно же, у меня замученный был. Все тут уже издрочено. В общем, состоит он из 2 частей. Это сам магнит и сам генератор. В генераторе у нас есть 6 обмоток на освещение, 1 обмотка зажигания и 2 датчика зажигания. Как прозванивать генератор, у меня тоже есть видео. В итоге стал прозванивать, свет все есть, датчики зажигания, сопротивление есть. В итоге оказалось, что на самом генераторе где-то обрыв обмотки зажигания. Вот она, можно даже лицезреть ее.
по короткому пути стал прозванивать сразу с клеем. Ну, там, выход клеем, там, наварено, в общем. Нету сопротивления. В итоге и искры у нас тоже не будет. В общем, пришлось мне приобрести новый генератор, который приехал с Коврова. Он уже у меня стоит здесь. Крышку я снимать не буду, показывать. Новый, блядь, с Коврова приехал, нахуй. Неделю он ко мне ехал. С новым магнитом, с нулевым, не с издроченным, а с нормальным нулевым магнитом. Приехал это все дело. Магнит, прям магнитит очень сильно по сравнению со старым. Старый отходил у меня около 14 тысяч километров. Так что, ну, можно понять, что ему пора на свалку было. Все, поставил. Как ставится у нас сам магнит? Снимается правая крышка. Там стоит сам непосредственный генератор. Генератор снимаем, там три болтичка получается, и лицезреем сам магнит. Магнит держится на одном болту, откручиваем, ну и начинаем как ставить. Ну точнее снимать, как мы его будем. Я по-колхозному снял его, взял просто поленце небольшое, резиновую кияночку, и проворачивая магнит, потихоньку стучал, но он и отвалился, как яйца у пенсионера. А он у меня отпал, я зачистил вот это вот посадочное место, смазал его литолом и насадил обратно, подколотив этой же резиновой киянкой, и закрутил болт. Как закручивать? Можно ставить на передачу и пытаться удерживать магнит и заворачивать. Я просто, держав рукой, закручивал нормальным инструментом. Ну, закрутил, как бы, сдуру не надо, потому что, блядь, если резьбу там повредите, то все пизда нахуй. Все, можно нихуя больше не делать в этой жизни. Все, ставить в гараж и забывать про мотоцикл. Все это дело прикрутил. Дальше, как родной, ну, встал новый генератор. Также закрепил на три болтичка. По зажиганию пока не настраивал, но уже заводил. Заводится очень хорошо. Искра такая, что быка нахуй свалит. В общем, таким образом прошли мои 2 недели поиска этой чертовой искры. Но в конце концов он заводиться стал намного лучше. Свет стал у него намного ярче. Даже вот этот кряхтящий сигнал даже стал звонше. Так что, ребят, если какая-то нужна помощь, совет, прошу, обращайтесь ко мне в комментариях. И чем я смогу, тем я вам, конечно, мои друзья, помогу. С вас обязательно подписка, ставьте лайки, комментируйте. Как мог, так и донес.